Щудровская палатка – один из символов города Иваново и его гордость. В 2010 году памятник архитектуры был сдан в аренду, и там торжественно открылся один из первых в Ивановской области частных музеев. В здании была представлена коллекция фаянсовых изделий из собрания известного ивановского коллекционера Юрия Марушкина. Тогда предполагалось, что музей будет работать постоянно, однако вскоре он перешел на график работы по записи, а сейчас и вовсе коллекция недоступна для посетителей. По словам директора Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Сергея Конарева, договор с арендатором может быть расторгнут из-за неуполнения условий. Часть этого договора арендатором выполняется. Здание сейчас содержится в хорошем состоянии. Там есть система сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Там есть отопление, сухо, чисто. Но вот вторая часть договора в данный момент не соблюдается. То есть постоянная экспозиция там отсутствует. Руководство историко-краеведческого музея имени Бурылина, в чье ведомство входит Щудровская палатка, уже неоднократно встречалось с арендатором памятника. Понуждало либо выполнять условия договора, либо его вовсе расторгнуть. Пока, как уверяет арендатор, экспозиция находится на переоформлении, так что вполне возможно еще и открытие. Впрочем, в случае, если придется в конце концов договор этот расторгнуть, у департамента культуры и туризма у нас есть определенные виды на это здание. В случае, если договор с арендатором все же будет расторгнут, Щудровскую палатку планируется превратить в некий арт-объект, доступный для всех горожан. Использовать памятник под музей снова, скорее всего, не будут. Слишком небольшое там выставочное пространство, и, как показал опыт, делать это нецелесообразно. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.